Денис, привет. Привет. Мы уже пишемся? Да, мы уже давно пишемся. Класс. Мы вот, знаешь, с тобой просто пересекаемся, да, я тебе говорил. С тобой как пересекаемся, я чувствую, что мы наговориться не можем. Много, видимо, каких-то тем. Бывает редко. Да. Вообще много людей, слава богу, есть классных, которых встречаю в своей жизни, и с ними есть о чем поговорить на интереснейшие темы или просто потрындеть. Вот, а мы с тобой все время пересекаемся и по-быстренькому так. А я вот это, а я вот то, а ты что, а я вон там, а я вот это. Экспресс. Да. Расскажи тогда немножко о том, чем ты занимаешься, немного о себе. Ну, ты меня знаешь больше как, наверное, ученика. В свою очередь, я в какой-то момент, будучи любительским, сильно любительским фотографом, захотел еще и поснимать видео. Разные мотивационные и какие-то мои хотелки начинали нарастать. И сложилось так, что у меня любой мой опыт, который хорошо укрепляется, чаще всего начинается с собственного самопознания. То есть я сам разбирался в программах по аудиозаписи, сам разбирался в свое время даже в том же премьере, когда я еще с каталок на лыжах. Ну ты такой нормальный такой чувак, который понимает, как можно учиться самому. И если что-то хочет, то он понимает, что надо просто этому научиться, а средства для этого, собственно, далеко ходить не надо. Да. Средств для этих полно. А чем ты больше вот так вот шаблонно учишься, ну, то есть ты вот одну выучил, другую, ты понимаешь, что именно шаблоны, потому что они все программы плюс-минус устроены одинаково. Ну, в принципе, да. То есть вот настолько все становится легче, но до определенного момента ты справляешься, ты можешь сделать какие-то простые вещи, и там возник такой момент, когда захотелось какого-то, ну, то есть не то, что прорыва, но какого-то нового шага. Это ты рассказываешь? Про наше знакомство. А-а-а. Я хочу вот немножко так, кого-то, как ты меня знаешь, как мы с тобой как бы познакомились. Интересно. Да, а в целом... То есть тебе захотелось прорыва, поэтому ты пошел учиться? Да, мы же с тобой встретились на индивидуальных занятиях. Это там... Там в силу твоей занятости, это в силу моей занятости. Да, и мы с тобой, в принципе, определились то, что на базовом у тебя я, в принципе, знал. Мы двинулись сразу дальше. Да, мы двинулись сразу дальше. Вот, а потом. Еще в старой студии. В старой студии, да. В студии, где у нас есть общие друзья. И, может быть, и там мы тоже с тобой каким-то образом пересеклись, поэтому. Да, да. То есть я тебя знал со стороны. На самом деле я тебя знал заочно еще, когда была у тебя группа, которая выступала. Понимаете. Да, это было прикольно. Но у меня тоже есть свое музыкальное прошлое, оно не такое сильно концертное, как у тебя. Ну, то есть... Ой, да у меня уже тоже. Ну, было и было, да? В любом случае это все такое, ну, мужское прошлое ты правильно назвал. Ну, вот. Но про музыку мы с тобой поговорим. Да, но приятно про все вот это, все, что было, вспоминать. Поэтому даже когда, знаешь, ты встречаешь человека, и ты в жизни с ним каким-то образом, даже, может быть, не всегда вот так вот напрямую пересекаешься, жизнь вас сводит, вы опять расходитесь, и с каждым новым вот этим контактом ты все как бы ближе, как бы больше новых каких-то... Легче. Да, легче. Легче, абсолютно. Легче. Ну, а в целом я... Как по профессии я врач. Я врач-стоматолог. Я... Врач-стоматолог, который снимает видео. Да. Который, я так понимаю, еще с недавнего времени узнал, какими-то организаторскими вопросами занимаешься. Ну, это тоже отдельная какая-то такая история, которая... И правда, ну, во-первых, ты врач. Ты какой врач? Ты зубной врач. Ну, я врач-стоматолог, да. Ты врач-стоматолог. Но ты вот прям тот самый врач, который пломбы делает, или ты врач-техник, который... Нет, смотри, там если есть хирурги, это не углубляться, терапевты, прям... а есть, которые делают короночки, виниры. Это именно знаешь, в чем? Это ты? Это я. Это ты виниры делаешь? Да, но в том числе. Можно улыбнуться на камеру. У меня нет виниров. Да, я понимаю, у меня их тоже нету, но у меня их есть много в кабинете. А знаешь, история такая, что можно сильно не углубляться, но нужно глобально понимать, что человек, планирующий лечение, чаще всего, который дающий задания другим специалистам, чтобы получить
какой-то результат конечный. Uh-huh. То есть это человек, который дает конечный результат. То есть твой продакшн, твое как бы вот детище, которое у тебя есть, оно тоже состоит из различных стадий производства. Да, конечно. Вот. И ты как человек, дающий конечный результат, ну или планирующий его, uh-huh. то есть тебе не обязательно каждый этап сейчас делать самому. Так и уже не бывает. Ну вот, так уже не бывает. И в профессии в стоматологии раньше очень много было универсалов, людей, которые делали много всего. Mm-hmm. Но с ростом информации, технологий, mm-hmm. вот знаний. То есть ты более узкий специалист. Да, мы вообще в клинике, соответственно, все становимся более узкими, но в целом мы, грубо говоря, продакшн. Такой зубной продакшн. Зубной продакшн, класс. Можно так сказать. То есть командный подход, собственно, что у тебя есть. И это вообще сейчас... Это во всех структурах. Но на самом деле классно понимать это на работе, потому что это можно всегда переложить в любую другую структуру и понять, где ты находишься в этой цепочке, как ты важен, что ты можешь дать любой команде. Вот еще ты человек путешествующий. Да, человек. Мне это очень нравится. Частенько ты путешествуешь. Так, как я бы хотел, часто это случается, но, тем не менее, я прям бывает на последнее. Типа, знаешь, как... Ладно, я это заработаю, найду, но сейчас я поеду. Пофиг, я хочу в отпуск. Да. Даже, знаешь, это не то, что отпуск, не то, что прям вот отдыхать, а хочется движения, хочется новой информации, хочется вот этой перезарядки, чтобы напитаться чем-то. Я прав, мне кажется, что твои какие-то путешествия, они связаны и часто с учебой. Да, определенно. То есть у нас... То есть вот от вашей компании, от вашего зубного продакшена ты ездишь иногда за границу и обучаешься там. Мне кажется, зубная тематика там... Просто до бесконечности эти обучения. Я прихожу к стоматологу, у него там такая стена висит этих сертификатов и дипломов. И это какой-то ужас вообще. Там постоянно. Бесконечная учеба. Я буквально в понедельник прилетел из солнечной Анапы. Чему там тебя в Анапе научили? На коллизионную концепцию. Если это интересно, мы можем все общаться. Выключайте. Дальше все про концепцию. Но тем не менее, да. Это постоянный раз в месяц, я точно куда-то даже по стране. Ну, то есть, по сути, такая как командировка. Ну, все равно два раза в год у меня получается ездить не командировками, а так постоянно ты куда-то, да, двигаешься. Мне кажется, стране. Что ты чаще, чем два раза в год ездишь не командировка. Отдых. Нет, не командировка, а отдых. Отдых. Да, не чаще. Не чаще? Я помню, мы с тобой на курсе монтировали твой ролик с Амстердама. Который ты наснимал и думал, что с ним просто все, с ним все плохо, и с ним сделать ничего невозможно. Я больше думал, что я даже ничего не наснимал. Я просто когда-то включал камеру, а когда мы сели, получилась какая-то маленькая история. Прикольно. Вот тогда... Неожиданно, да, что можно из ничего на самом деле сделать. Вопрос там вдохновения и фантазии. Да, но именно вот на данном этапе как раз хочется... познавать сторителлинг, то есть учиться рассказывать, планировать. Тогда здесь со спонтанностью все, так скажем, шансы уменьшаются сделать спонтанную историю. Да. Ну, то есть, чаще всего я снимал репортажи, по сути. Да. А для сторителлинга хорошего все-таки все равно нужен, ну, это мое мнение, нужен более какой-то основательный подход, нужно какое-то предвидение ситуации, нужно планирование. Все так сразу скучнеет, от внезапности ничего не остается. Но результат, как правило, отражает все. Угу. То есть, ну, даже создавая документальную какую-то историю небольшую, в любом случае ты внезапности будешь ловить. Вот. Да, но, это определенно. Но запланировать, снимать документальную историю все равно надо. И готовиться к ней. Да. Ну, вот сейчас летал в Анапу. И поставил себе задачу снимать прямо на телефон вертикальные маленькие видосики. Класс. И на обратном пути в самолете смонтировал там 45-секундные. Видел. Видео маленькое. Ну, то есть... Наконец-то ты у меня вылез в ленте. Ну все, я работаю на это. А то ты вообще с радаров исчезал просто. Я просто очень редко. Очень редко. Вообще монтаж в сторис, видео специально снято для вертикальных сторисов и смонтировано, самое главное, для... Stories – это один из трендов на 2020 год. Поэтому продолжаю это делать. Adobe Premiere сделал следящие
историю. Да, я видел. Да. Я уже в нем работаю, это в 20-м премьере. Ну, так оно. Да. Первое, что у меня вылетело, это 20-й. Чтобы все премьер. Понимали, про чем мы говорим, и если кто-то не в курсе, да, то это когда широкоформатное видео, снятое горизонтально, переделывается под вертикальный формат и теряется по бокам часть информации. Так вот, премьер отслеживает лица так, чтобы сохранить максимально их по центру и не обрезать эти лица. И он вроде как сам подстраивает это изображение влево-вправо. Довольно интересная функция. Вообще они молодцы, двигаются вперед. Одно время как-то застряли, но прям я чувствую, что они боятся Да Винчи, чтобы он раздавил просто... Раздавинчи. Раздавинчи. Раздавинчи, чтобы не случилось. Да, и чтобы удержаться на плаву, они какие-то наконец-то начали правильные вещи продвигать, создавать. Но это, мне кажется, как с камерами. Там Canon в свое время сделали революцию в DSLR. Да. Камеры. И да, все. И все. А теперь эту революцию уже продолжают другие бренды. Поэтому... Это боль. Одна из моих болей. Болей. Да. Боли. У тебя две камеры же, да? У меня 4 камеры. Ну, то есть у меня Canon, которые рабочие и все остальное. Но, опять же, покупать новый Canon, который снимает более-менее нормальное видео, он стоит дороже, чем Sony или там какие-то аналогичные истории с большим опционалом просто. Вот и все. И поэтому я сначала купил первоначально 6500, сейчас купил A7 третью. Uh-huh. И пытаюсь теперь с Canon'ами прощаться. А что у тебя за Canon? И вообще, почему у тебя 4 камеры? Что-то потому для что... работы, что-то для видео? Да, но у меня есть... Ты не смешиваешь, не используешь? Я использовал. То есть я, например, вот как такую статичную камеру использовал Canon свой 60D. Mm-hmm. Он пишет, ну так, Full HD, 25 кадров, хочется поболее. Пускай хотя бы 50 кадров. Ну и качество картинки, конечно, даже Full HD – это разрешение, это не качество картинки. Понимаешь, то есть как бы... Да, я понимаю тебя. Да? Замечательно. Я такой думал, а что бы не купить вообще оборудование для подкаста? Ну, купить конденсаторные микрофоны, поп-фильтры, вот еще одну такую стойку, все это дело, значит, подключать к звуковой карте или там к рекордеру, который пишет 2 канала. Но, ты знаешь, я вот из тех людей, которые... Воу, зачем мне это покупать? У меня есть классный, дорогущий роут накамерный, который конденсаторный направлен. Просто делай, да? Да. У меня есть пушка, с которой мы работаем на площадке. У меня есть крепление такое, у меня есть крепление такое. Нафига мне что-то покупать? Этого барахла можно бесконечно скупать. Поэтому я решил работать с таким методом. При том, что самое интересное, когда ты себя загоняешь в какие-то рамки, то ты думать начинаешь по-другому. И, например, на данный момент мы с тобой на одну камеру пишем 2 параллельных моноканала, угу. Которые монтажер, снова привет монтажеру, вот, разводит просто по моносигналам, и нас отлично можно балансировать. То есть мой звук не лезет к тебе, твой звук не лезет в мой микрофон. 2 чистейших сигнала. Это я, конечно, сейчас выпендриваюсь после прошлого подкаста, в котором есть брак по звуку. И мы пишем это все синхронно в эту камеру, понимаешь? То есть все, что останется, это вторую камеру подмешать и делать перебивки на меня, когда я вот сейчас болтаю. Монтаж ничего не делает опять. Да, да, то есть монтажер... Ты все сделал, выставил, все настроил. Слушай, вот это как касательно организации продакшена. Процесс. Да, зачем я буду кому-то усложнять жизнь? Тем более время – деньги, да, и зачем я буду делать так, чтобы этот подкаст монтировали дольше, чем его можно монтировать? Его нужно монтировать за полдня, условно. Тут моя беда. Я наснимаю немерено материала, а ты мне всегда говорил тогда еще, говорит, снимай только то, что нужно тебе. Тебе потом будет легче с этим работать. Да, я всегда говорю, люди делятся на 2 типа. Те, которые снимают побольше, чтобы было из чего выбрать. Просто. Да, зато есть из чего выбрать, да. Вот эта фразочка. Uh-huh. И есть те, кто снимает только то, что нужно. Вот я ко второй категории себя давно отнес. После парочку больших репортажек понял, что меня начинает
начинает вот как-то от этого отталкивать, от монтажа, он просто становится не в радость, когда ты не понимаешь, что... Поэтому игровые истории, я сейчас с огромным удовольствием монтирую игровые ролики, где люди говорят, где только выбираешь классные планы и делаешь кино, условно, такое. Так вот, меня именно это и отталкивает сейчас, сесть за монтаж, то, что я понимаю, что мне нужно заново сесть и погрузиться в весь сейчас будет признание. Сколько у тебя несмонтированных проектов на компьютере? Ну, у меня есть проект, который я делаю со своим другом, кулинарно-юмористический, так называемый, смотри, что я делаю, да? Uh-huh. Вот у меня там 4 зависших серии. Uh-huh. Одна, еще пятая, которая как будто собранная, но я не могу ее осилить. Такая полуживая. Да, она полуживая уже, она мне уже не в радость. Денис, может быть, ты когда-нибудь меня смонтируешь, называется. Да, у меня есть... Признание посильнее, у меня есть несмонтированная дипломная работа. Черт побери. Да. Да. Кого я пригласил? Ну, слушай. Мы с тобой говорили, что главное еще и работать, и двигаться. А как ты считаешь, почему так происходит? Ну, какие вообще вот факты на человека, который, так скажем, ну, это не твоя профессиональная деятельность, да, делать видео. Да, я это очень четко понял. Однако ты постоянно этим занимаешься. Угу. Вот. Соответственно, есть какие-то вот такие интересные штуки возникают, когда ты не смонтировал, там, не домонтировал, или вообще лежит, все копится. Вот просто разобраться с этим, почему это происходит. Ну, вот одна из проблем то, что я много снимаю, много mm-hmm. именно вот в хронометраже, mm-hmm. что мне потом не хватает короткого времени, mm-hmm. чтобы сесть и сделать. То есть мне нужно большое свободное время, которого mm-hmm. у меня физически не то находится. То есть, в общем-то, проблема, корень лежит в том, в продакшене самом, в съемках. Собственно, опять структура, планирование, да? Постпродакшн страдает, потому что неправильный продакшн. Да. Да, то есть нужно организовать съемку таким образом, чтобы на монтаже можно было просто наслаждаться, отдыхать, собирать историю да. и улучшать, выкидывать, обрабатывать что-то, дополнять. Сейчас, я это сейчас уже понимаю, но все было снято, знаешь, концентрированно, был огонь, хотелось снимать, угу. снималось каждую неделю, это все легло огромным на меня грузом, угу. и на меня дать, я ничего другое не могу сейчас сделать спокойно. Потому что я ты знаешь, всегда что, знаю, что лежит что еще. Что лежат долги, типа, да. что это я сяду сейчас за какой-то проект, да. если у меня тот вообще не сделал. Именно. И это прям такое неприятное ощущение, и я не могу выкарабкаться из этого, потому что, ну, то есть, я монтирую, вот с Вадом он периодически меня выцепляет, чтобы я что-то подснимал, мне это такое удовольствие доставляет, uh-huh. что работа с ним, что сама съемка, что вот этот маленький монтаж, там, минутное uh-huh. видео, вот с Камбучи мы сняли видосик. Ты его просто вот так, как орешек, да? Да, хоп, но все равно у меня ушло 4,5 часа, на, казалось бы, минутное видео. Ну, ты знаешь, еще... Про что я хотел сказать? Про то, что я вот, когда происходит обучение там на базовом курсе, я всем говорю, чтобы снимали понемногу и пока не делали длинные ролики. Потому что есть большая разница работы с большим хронометражом. То есть твои видеоблоги, YouTube, вот эти рецепты для Вадима, они очень длинные, они mm-hmm. объемные, просто даже по времени. Mm-hmm. Дело не в том, что ты там слишком много наснимал, они в принципе большие. То есть ты уже работаешь с большим хронометражом. Mm-hmm. Значит, ты уже... Точно не новичок, раз ты сталкиваешься с таким большим хронометражем, и еще и он еще юмористический. Вот. А как бы маленькие истории, они так быстро налегке собираются, понимаешь, что то есть психологически ты понимаешь, что тебе за них сесть проще, да. потому что ты не так много на них времени потратишь. Но при том, что не факт, что те 4,5 часа, которые ты потратил на минутный ролик, ты бы не закрыл какой-нибудь долг. Не закрыл. Вот. Просто чтобы просмотреть нужно как минимум час. Потому что там 1:15 снято. Нет, это прям... А я еще люблю так, знаешь, все подправить, все вот мне должно быть там чистенько. У тебя какой-то ритуал есть, прежде чем сесть за монтаж, да? Часовой. Я его забыл. Свеча там горит. Короче, трабл. Да, трабл. Но вот мы снимали последний раз вот эту камбочу. У нас были сцены, которые мы проговорили, действия. Просто 2-3 раза дубль снимаю. Постановка. Да. Так. Все, и собралось легко.
Что-то там с музыкой. Всего лишь за 4,5 часа минутный ролик. Ну, слушай, я только звуков искал, которые мне надо, наверное, минут 40. Ну, ладно, тогда это мы не считаем, что это монтаж. Это уже там саунд-дизайн и так далее. Да, это нет, может но все, занять от гораздо того, как больше. Я сел, отобрал, смонтировал. Но саму историю ты быстро собрал, правильно? Да, да. Саму историю накидалось вообще легко. Кстати, чтобы, если кто захочет, мы оставим ссылочку, да, на YouTube-канал, который, да, для может. Которого ты снимаешь да. видео. Надо может быть, может какой-то подписчик. Выложить свежее. Я знаю. Если вы перейдете на этот канал и увидите там свежий видеоролик, значит, Денис уже сработало. Наши психологические разговоры в видеостудии Moji Films о том, как тяжело монтировать ролики, которые снял давно. Да на самом деле, ну, как бы я просто тоже через это проходил. Поэтому я нормально к этому отношусь. Ну, то есть как? Я, конечно, не особенно нормально к этому отношусь, но я понимаю, о чем это. Это такая боль очень многих вообще людей, которые занимаются видео. И фото тоже, на самом деле. То есть я иногда там пересекаюсь с фотографами, которые с таким умирающим видом говорят, у меня там столько обработки, у меня там столько всего. И они прям так вот плачут. И они постоянно там слышат, кто-то срывает сроки. Вот. И, наверное, я к чему подвожу, что не только то, что ты много наснимал, и тебе предстоит много работы, а останавливает тебя, чтобы начать эту работу делать, да? Глаза боятся и руки боятся. А еще, наверное, отсутствие какой-то дополнительной мотивации или какого-то влияния. Ну, например, если бы это был очень коммерческий заказ. Где вообще влияние? Мне каждый вечер пишут, монтируешь? Серьезно? Вот, монтируешь. Но это не влияние. Слушай, вы же друзья. Да, но мне каждый раз... Ну, я тебя умоляю. Че ты поржали и пошли дальше. Это смешно, знаешь. Ну, судя по всему, еще пока еще смешно. Ну, знаешь, с болью. Если Вадим послушает наш подкаст, ему, наверное, будет очень смешно. Я говорил уже, говорил. Я про то, что если коммерческий заказ, и мы вот на прокурсе тоже с ребятами обсуждаем, если вы не сделали в срок, к вам больше не обратятся. Вот и все. У тебя же нет этого. Нету. Вот это уже отсутствие вот этого, этой мотивации, понимаешь? Потому что когда человек выстроил себе точную дату, когда там нужно вот именно к этому сроку, а еще когда он там заплатил за это высокую цену. Все мы понимаем прекрасно, что дружеские все видеосъемки, они абсолютно там крайне некоммерческие. Да? Я не говорю, что совсем, но в любом случае сложно, когда вы с друзьями что-то творите вместе и потом брать еще за это деньги. Это тяжело, и через это многие также проходят. Я регулярно от кого-то слышу, меня там попросили что-то снять, и такое вроде интересное. Интересное, но вроде как бы и вот и надо и денег взять, а сколько взять и так далее. Вообще вопрос ценообразования, это, конечно, отдельная песня. Но, тем не менее, это, я считаю, тоже один из фактов, который обязывает выполнять свою работу. Да, но есть другая сторона, с которой я уже несколько раз сталкивался, что когда я начинаю получать за свое хобби и увлечение деньги, у меня пропадает огонь. Ну, то есть вот... Ух ты. Да. То это есть странно. Обычно это наоборот бывает. Я прям это и с фотографией, и с видео, все. То есть я когда чувствую, что это начинает быть работой, когда я чувствую, что есть, вот как ты говоришь, тот дядька, который стоит и ждет к первому числу от тебя вот какое-то действие, все, не могу. То есть прям как будто вот блок какой-то. А когда это все по фану, то есть ты прям сам вот этой идеей горишь, у тебя все так легко, быстро, ты потом сам, когда я что-нибудь смонтирую, у меня есть такая дурная привычка, я не могу уснуть, потому что вот такой подъем, потому что это вечер. Слушай, мне это очень хорошо знакомо. И я лежу и еще смотрю его. Я не знаю, зачем я засматриваю, и под это типа... Чтобы знаешь, он так... был такой... Это я сделал. Да. Ну, это приятно, это приятно. Что бы ни получалось, я уже понимаю, что я этим наполняюсь. И я вижу, да, что я могу сделать потом, через время смотрю, лучше еще что-то снять, лучше. Но я точно понимаю, что без этих маленьких шагов, как ты правильно говоришь, просто надо делать. Вот неважно, какой это микрофон, никакой. Вот если ты не будешь делать, да ничего не произойдет. Пофигу. Если бы у меня был только рекордер, я бы писал все на рекордер. Соответственно, такое движение, которое маленькими шагами, оно позволяет... Еще знаешь такую фишку?
двигаться. Можно еще себе дать такое. Я думаю, ты это и так понимаешь, это на поверхности лежит. Не снимать дальше, пока не смонтировано это. Это да. Тоже хорошо работает. Я просто, ты знаешь, я же тоже для жены снимаю YouTube-канал. Да. Почти то же самое, да, ты для друга, я для жены. Естественно, я не беру с нее там никаких денег за то, что я снимаю, это все по фану, это все весело, я там могу тестировать объективы, звук, схемы, монтаж, какие-то приемы, фишки, вот, но мы тоже в какой-то момент попали в какую-то похожую историю, когда ты дофигище всего наснимал и думаешь, хорошо, сейчас есть запас, а ты для чего это делаешь? Для того, чтобы, я-то как думал, что я выстрою регулярный выпуск. То есть, например, мы сейчас условно с тобой снимаем продакшн, этот подкаст снимаем, да, вот третий выпуск, а сейчас могли бы, например, сегодня опубликовать второй, да, то есть такой запас. Угу. Вот. Но нифига подобного. В итоге ты дофига наснимал, и все это зависло, и у меня то же самое было. Такое то, что меня там Лера просит, ну что ты там смонтируешь, ну что, найдешь время там еще снять, а еще там что-то не смонтировано, вот, и так далее. А при этом YouTube, он любит кого? Он любит регулярность. Да. Да, конечно. И ты как бы вот я именно был в жажде вот этой регулярности, вот в желании выстроить какую-то систему такую блогерскую, там как Кейси Нейстат. Он же каждый день снимает, каждый день монтирует, вообще каждый день выкладывает. Это работа. Это просто вообще сумасшествие какое-то. Да. Это не просто работа, это какая-то недостижимая история. Хотя у меня был такой какой-то пробный такая история, когда я реально снимал, монтировал. Влог? Да, влог. Угу. Я вот на другом YouTube-канале, или на этом, не помню, на другом YouTube-канале, я прям вот, это был как раз тот год, я себя пробовал как блогер. Угу. То есть, попробовал пройти немножко эту жизнь, походить по улице с камерой, поснимать город. Вот в какой-то попал момент такой, когда я не был сильно загружен заказами, я мог себе позволить прям снимать. По сути, то, что сейчас есть подкасты, это продолжение моего влога, только в новой какой-то форме. Вот. И я также поехал в путешествие и думаю, ну, повышается скилл моего влога, а теперь я сниму его за границей. И мы, значит, в Польше наснимали, и там еще не просто отпуск, мы еще на концерт ездили. И я понимал, что с камеры не пройду на концерт, подснимал специально на телефон, чтобы продумывал сторителлинг. И я не смонтировал ничего. Это лежит, я периодически натыкаюсь на эту папку. Суть в том, что с одной стороны, ты вроде бы делаешь для себя, и, ну, а с другой стороны, ты подвержен влиянию тому, а кому нужно смотреть на твой влог годовалой давности, а уже на самом деле даже полуторагодовалой давности. И ты такой, то есть цель потеряна. Да. У тебя-то хотя бы рецепт, он такой без времени. Не сильно ко времени привязан. Ну, не да. привязан, да, да, ко времени. А вот у меня привязан. То есть ни с того, ни с сего сейчас я с Польши выложу влог. Воспоминания. Ага. Вот. А с другой стороны, я всегда так и всех учу, да, на занятиях о том, что нельзя так делать, ребята. Надо все доводить до конца. Надо сесть и смонтировать свой старый отпуск. Не исключено, что я сяду и поймаю какую-то ностальгию. Может быть, вместе с Лерой, как мы ездили, да, также сядем и смонтируем с удовольствием. Просто найдешь второе применение. Как ностальгия. Как ностальгия. Да. Это Но это, видимо, должно пройти время уже. Да, какое-то. Да, да. То есть сейчас выдержка, пока просто выдержка, нельзя монтировать. Да. Слишком рано. Уже и поздно, и еще рано. Да, уже поздно, да. Но еще рано. Да, да. Класс. Ну, прикольно. Я вот пишу сейчас сплошными кусками, чтобы понимать, чтобы это было хоть как-то легко сведено, легко монтировалось, но это же все надо отслушать все равно. Да. Каждую секунду времени, которую ты сказал, каждое «да», каждое, вот, каждое слово «каждое», надо это все отслушать, вырезать, оставить, да, наполнить заставками и так далее. И когда ты видишь, какое количество вообще роликов на Ютубе выходит ежедневно в твоей ленте, даже страшно представить, сколько снимается людей одновременно сейчас, да, монтируют и снимают видео.
на сотни камер, миллионы флешек. Это просто, я сейчас сталкиваюсь, что это страшно. Уже столько там контента различного, разного просто. Ну, как думаешь, что будет дальше? Мы упремся в какой-то тупик, или он не произойдет никогда? Упремся. Что будет дальше? Что будет дальше? Ну, упремся, конечно. Когда-то это закончится? Да. Видео перестанет быть интересным? Наверное, не на наше... Не в наше время. Я испытал ощущение, что именно с YouTube, с моими подписками я включаю, и похожее ощущение, как было с телевизором несколько лет назад, что я не знаю, что включить. Либо его очень много... И я не знаю, из чего выбрать. Либо это все такое среднее, на что я не готов потратить время уже. Когда было просто мало... жалко время смотреть это. Когда было мало, для тебя это было каким-то уникальным. Эксклюзивность пропала. Да, да, эксклюзивность пропала. И это опять просто телек. Сейчас уже смешно слушать людей, которые... Я не смотрю телевизор. Да вы теперь просто везде смотрите YouTube или там да какой-то другой. Вы, наоборот, получается, как-то... больше смотрите. Больше, больше. Только не телевизор. Он просто производит теперь это не компания. Инстаграм ТВ и Ютуб, и Ленту, и так далее. В любом месте сразу все. Да я сам на самом деле как бы не отлипаю от телефона, от компьютера. Если проанализировать день... Ой, лучше этого не делать, конечно. Чтобы не пугаться и не осознавать, как много времени ты проводишь перед экраном. Не хочу затевать эту тему на то, как это там вредно и так далее. Больше просто думаю о времени, которое потрачено, ну, там, часть твоей жизни просто потрачена на сидение перед монитором. Но у нас с тобой тоже есть общая тема, которую я приехал из отпуска год назад, пришел к тебе, мы что-то встретились, и я тебе рассказываю. О, я придумал! Я буду записывать только аудио, не буду делать... Да, а я вспомнил. Говоришь... Типа, Дэн, ты что, я когда купил рекордер, я там ходил, все записывал, я тебе даже треки сделал. Классный, да, и альбомчик у меня есть. Но у меня это было уникально, это мне в момент пришло. Я тебя обломал? Нет, ты меня не обломал, но это наоборот прикольно, то, что они приходят. И именно о том, что мы сейчас все визуалы, все через картинки и видео. А ты знаешь, что аудио начинает очень сильно расти? Да, сейчас я теперь даже еще больше и, хотел сказать. Когда глаза чем-то заняты, еще уши свободны. И теперь вот, собственно, подкасты мы пишем в том числе по этой причине, потому что и аудитория растет, которая слушает русские подкасты. В Америке, как обычно, уже давно самая большая аудитория. У нас еще пока нет такой культуры слушать и смотреть подкасты. Вот. Но она растет, это факт. И набирает популярность. И есть статистика, вот недавно мне Влад скидывал, там прям видно, как рост на аудиоконтент вырастает. Поэтому это супер актуально. А твоя тема, между прочим, классная, которую ты мне показал. То, что ты записывал звуки улиц, там еще что-то. Потом, когда я рекордер себе купил, я ходил, и, знаешь, это такое ощущение, что это же все летает вокруг, просто за счет того, что есть прибор усиливающий, он слышит сильно дальше. Для меня это сравнимо, как ты с большим количеством кадров делаешь съемку и смотришь потом это в замедленном виде. Да. То, что разглядеть, ты вроде это видел, но не в той форме. Не так детализировано. И вот это ты тоже это слышал, но не в таком виде. Да. Хотя это одно и то же. Вот это прикольно. Это цепляет, и я думаю, все, кто к этому неравнодушны, они обязательно как-то связаны с видео, с аудио и так далее. Меня в последнее время... Еще из последних моих увлечений это стоп-моушен анимация, мультипликация. Вот что-то как-то открылась какая-то новая ячейка. Я так периодически это использовал. У меня есть в коммерческих проектах какие-то фишки, где я не делаю небольшой стоп-моушен. Но я тут недавно углубился, прошел один онлайн-марафон. Может быть, я тоже такой выскакивал. Парень с Украины, давно за ним на самом деле слежу. Вот. И я прошел просто марафон по стоп-моушену, и он меня так зацепил. И я какие-то вещи уже сам для себя начал открывать от других ребят. И мне прям очень понравилась тема. И я планирую как-то попробовать это внедрить или создать какой-то чисто стоп-моушен проект мультипликационный. Это очень интересно. Это просто настолько захватывает. И
И так получается, что как только начинаешь чем-то увлекаться, вдруг на тебе какие-то попадают вещи интересные. Угу. Как-то оно само липнет. Я не... Это как таргетная реклама, только она такая, извне. Где-то она здесь витает. Она такая, кармическая. Ага, да-да-да. Кармический таргет. О. Да, прикольно. Да? Так, если что, я зафиксировал, это моя идея. Можно коучем быть. Да. Может быть, запустить таргетинг на... мастер-класс по кармическому таргетингу. Да, вот, отлично. Кармический таргетинг. Ну, то есть, ну, на самом деле, это просто банально мысли материализуются. От этого никуда не деться. И это вот одно из последних моих таких увлечений. Я потихонечку это все так практикую, как доведу до нужного состояния, начну делиться, делать что-то такое более основательное. И, конечно, как и там с музыкальных времен, я любил звук. И сейчас кайфую, на самом деле, от подкаста, от звука. Сам слушаю подкаст, от голоса. Меня перестал вроде как раздражать даже практически мой голос. То, что я пишу. Потому что это же прям больная тема такая. Ты же слышишь себя. Ну, да, по-другому. И тебе это не нравится в большинстве случаев. Я думаю, сейчас многие меня поймут. Но вроде я потихонечку начинаю привыкать к тому, что да вроде нормально, можно слушать. Вот. И саунд-дизайн. Люблю я эту тему. Класс. Понимаю, что нужно быть специалистом в этой области, чтобы делать классно. Вот. Алла как раз делает сейчас саунд-дизайн к нашему одному проекту. Я, конечно, не претендую на такие суперспособности, но, тем не менее, кайфую, как работает звук в сочетании с видео, как там какой-то эффект, ты подгоняешь под него звук, и эффект становится эффектом. Угу. Усиливается. Даже не из визуала. Вот. Так что прошел тут онлайн-марафон. Забавная такая тема. Все эти чат-боты испытал на себе, онлайн-обучение в таком формате. Тяжеловато. С офлайном повеселее будет, конечно, в разы. Мне просто многие там спрашивают, а будет тебе какой-нибудь онлайн-курс и так далее. Ну, я, видимо, сам не поклонник онлайнов, поэтому пока еще на это не решился. А ты учился где-то еще какой-то онлайн? Проходил курс. Я проходил Пугачев. Нет. Пугачев? По-моему. Никита Пугачев. Никита. Да. Есть такой. А сейчас я записался. Господи, питерский парень, который путешествия свои снимает. И мы с тобой тоже про него рассказали. Леня Буланев. Да. С которым я виделся. Да. С которым я не смог увидеться, но тем не менее. Да, мне тоже приходила рассылка с приглашением с февраля, там по сторителлингу, у него какой-то вот, курс. Я записался. Я хочу пройти, потому что мне нравится, как у него. Ты со скидкой успел взять? Да. Отлично. Да. Слушай, ну круто. Лаконично у него все это так. Ой, он вообще молодец. Вообще кайф. Я прям, когда первый раз увидел, я все пересматривал. У меня YouTube дома был, знаешь, как просто фоном, но я там смотрел. Все просто канал Лени Буланева на YouTube. Да. Я на самом деле сам не помню, кто меня так сильно прям вдохновлял из ютуберов. Когда ты натыкаешься, и хочется все пересмотреть. Он, конечно, еще очень талантливый. Если кто-то еще не видел ролики Лени Буланёва. Да, это круто. Мне очень нравится. Прям вообще с удовольствием всегда рекомендую. И даже привожу как пример какой-то очень классных вариантов вот, для видео с использованием историй. Создание истории – это его, конечно, фишка. Но при этом классное качество всегда. Да. Всегда есть интересные какие-то фишки. Приемы, да, всегда приемы, но все так вот в тему. Да, и клево. Очень динамично. Лене вообще огромный респект. Да. А когда я проходил у Никиты Пугачева, это тоже такое импульсивное было занятие, потому что я тогда у тебя прошел, мне хотелось, и это было очень сложное время и по работе, это была такая непонятная, как сейчас, погода. Но за 3 недели у меня, знаешь, самое большое, что я вынес, это то, что я сделал маленький какой-то шоу-рил из, ну, чуть-чуть связанных между просто собой. Просто из набора кадров? Да, но они там имеют связи, но такие... Даже тяжело их иногда считать, потому что это очень быстро проходит. Но мне было очень по итогу важно, что я повзаимодействовал с большим количеством своих знакомых и друзей, которые откликнулись, которые приняли участие, которые подпитались тем, как это прикольно. То есть, по сути, решающим было это именно вот часть выполнения домашнего задания. Да.
практика. Да, ну то есть там это... Которая была необходима, завязана на том, чтобы найти, изготовить, добиться... Да. При этом тебе дают образец, и ты просто должен его всего лишь повторить, но, казалось бы, но на своем вот локально, да, здесь, да. И сейчас. Но все это рассказали. Это, то есть, вызов. Да. Класс. И вот я реально помню вот это ощущение, что это такое что-то простое, но для меня прям очень важное было сделано. Угу. Вот. Ну, вот такой у меня еще опыт был онлайн, но был прям интенсив, потому что я же так же работал абсолютно. Там надо все было когда-то снимать. Вдруг откуда находится время? Ну, оно как откуда находится. Оно сильно отрезается от сна. От, в любой момент ты куда-то едешь, что-то делаешь, с людьми договариваешься. Так невозможно жить. То есть в таком режиме долго ты не протянешь. Ну, вот прям я помню, я типа спал по 3 часа. Я когда мог снимал, когда мог там что-то монтировал, вот это все, это же еще с людьми завязано, там тоже была как, ну, какая-никакая актерская игра, то есть это не просто сними там пейзаж, как машина проехала, да, а прям работа с конкретными людьми по времени, в конкретной обстановке. Кадры, да, с персонажами, что тоже, чтобы они определенно выглядели, чтобы они... Организационная работа тоже требовала времени. Однозначно. Да, поэтому это такой хороший... Но это хороший и немножко такой, мне думаю, режиссерский такой навык. В том плане, что вот мне после прокурса, и сейчас вот какой прокурс идет, мне очень хочется от ребят вытащить, чтобы они на съемке рулили. То есть, чтобы они воплощали то, что они хотят. Не затыкались вот в каких-то моментах, что «Ой, у меня вот этого нет», или «Я, наверное, это не смогу», а наоборот. «Мне вот это надо, и я делаю все для того, чтобы это сделать». Я понимаю, что мне нужно качественное изображение, значит, я сделаю так, чтобы оно было качественным. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы ребята вот выходили такими. У кого-то получается, у кого-то нет, но думаю, что мы со своей стороны, по крайней мере, даем какой-то максимум сейчас. Да, но ты же тоже понимаешь, что человек, скорее всего, имеет разное... процентовку, что ему больше нравится, снимать, монтировать, там, придумывать сценарий. Да. То есть это не всегда так в равных долях, что ты сел, и ты универсальный боец. Поэтому я для себя понял, что мне процесс съемки что фото, что видео нравится больше. Чем обработка. Чем обработка. Редкий случай, когда я вот втягиваюсь в процесс, и он меня как прям затягивает. Ну, я регулярно встречаю ребят, которые прям вот от монтажа кайфуют наоборот, а на съемке у них дискомфорт, и они не хотят ни управлять, ни взаимодействовать с кем-то, что-то искать для съемки, вот это вот, это их отталкивает. А вот сесть и что-нибудь там нахимичить, и смонтировать как-то необычно там... Или After Effects какой-нибудь добавить. Угу. Вот это прям заводит. Поэтому, ну, вот, да, каждому есть... свое. Я сам на самом деле понимаю, что мне, например, очень нравится цвет этап. Ну, я прям очень люблю этап цвета. И я кайфую от съемок, но я еще кайфую от подбора команды. От, угу, вот, организационных? От организационных моментов. Это круто. И прям, не знаю, по крайней мере, насколько я знаю, люди, которых я организовываю, тоже довольны. Угу. Всей командой. Я не говорю там про меня, а вообще, как все работают, угу, на площадке. И еще один такой факт, который мне, конечно, доставляет удовольствие, это встречи и переговоры. Они не всегда бывают классные, угу, но иногда они очень классные. И они... Вот как ты говоришь, уснуть аж не можешь. Да. Вот у меня такое бывает даже от встреч. Просто вот с каким-то человеком, новым заказчиком или не новым, наоборот, заказчиком, мы там что-то придумали. Ну, то есть тебя открывается. Он обратился, какой-то... да, и у меня открылась чакра. Канал к чакре. Да, и все, он закрыться не может. У тебя маленький YouTube-канал открылся. Да. Ты начинаешь просматривать видосы. Я ставлю лайки, подписываюсь. И не успокоюсь, пока вообще все не будет готово и не будет воплощено в реальность. Вот эта энергия, которая крутая. То есть, когда вот эта твоя работа пропитана этим, это чувствуется, и это дает такой, как ты говоришь, импульс, который
То есть надо делать. Неважно, как вот сейчас я хочу. У меня есть идея, есть возможность. Ты же все равно не можешь удержаться постоянно на таком вдохновении, прям чтобы тебя всегда штырило на всех этапах. Такого не бывает. Нет, ну, я не знаю, по крайней мере, таких людей. И мне кажется, это не совсем даже нормально. Здорово, не очень, да. А вот когда ты вдохновился от идеи встречи, да, потом ты, например, додумал вдруг в какой-то момент идею. Угу. Она там обрела какие-то новые грани, и ты опять испытал адреналин. Да. Потом, когда ты на съемках вдруг экспромтом снял какой-то кадр, который не запланирован, и успеваешь то, что запланировал, и еще тебя, да, разок. Потом собрал все готовое, смонтировал, и какой-нибудь цвет нашел. Вау, вообще все отлично. Потом еще и со звуком поработал, сделал какие-то титры оригинальные. И в итоге вот это все видишь и думаешь, ема, всего лишь месяц назад ты встретился с человеком, там поговорил, или там 2 месяца назад, а сейчас вот оно. Потрогать все равно это нельзя? Да, нельзя потрогать. Но... И даже это сложно рассказать. Это иногда вот можно только почувствовать чаще всего. Ну, там такой звук и такой цвет, так рассказываешь. Да, 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 да. Ну вот, все же есть здесь. А что у тебя с музыкой вообще сейчас? Расскажи про, во-первых, свой музыкальный, потому что мы как-то периодически на эту тему говорили, но там я знаю, что ты духовик. Да, я закончил музыкальную школу. Да, я закончил музыкальную школу по классу духовых инструментов. Я начал во втором классе школы, то есть мне было 8 лет, соответственно, я пришел в музыкальную школу. А, насколько я помню эту историю, что я хотел играть на гитаре, но это так было просто как бы прямолинейно и понятно. Вот. Но, видимо, мы поздно уже пришли поступать, а там, как обычно, конкурс на гитару и на пианино самый высокий. Вот. И завуч, кто-то говорит моей маме, что сходите вот к Ивану Алексеевичу Сенькину. Он такой замечательный мужик, вам точно понравится. Ну, и я пошел, я поступил. И реально, он очень крутой. У меня потом с ним аналогия. Я еще болею за такую команду Манчестер Юнайтед. И вот сэр Алекс Фергюсон, это такой... 26 лет он возглавлял команду, и вот мой Иван Алексеевич Сенькин, они очень похожи для меня. Такие мужики, они даже визуально чем-то похожи. Прикольно. Да, и пока я был маленький, я не мог играть на саксофоне именно из-за физических возможностей. Сначала играл на такой альт, называется, медный музыкальный инструмент в оркестре. Медь. Да, ритм-секция, на самом деле, это была такая, мы туба, сильная доля, мы слабые, вот эта вот история оркестровая, очень прикольная. Я не ходил на хор, у нас был оркестр, что тоже круто, это команда, да. И это вообще было прикольно. А вот, а потом, наверное, я 1,5 года поиграл, чуть-чуть окреп, дыхательный аппарат уже настроен был, и я начал заниматься на саксофоне, альт тоже маленький, но тем не менее... Был тогда. Я очень хотел после гитары пойти на саксофон, но институт и экзамены сессия. Да. Но знаешь, тогда не было никаких Сириусов, или он только вот один Сириус открылся. Кстати, я помню, что одним из препятствий был это покупка инструмента. Вот, было очень сложно. Дорогому. Самый, вот я не знаю, как сейчас, но тогда, по-моему, самый дешевый и какой-то плохой старенький инструмент стоил а-ля 25 тысяч рублей. И в то время, это 2006 год, я помню, что как бы это было тяжело себе позволить. 2006 год, а я говорю про 96 год, когда я начал заниматься. То есть тогда вообще не было этих магазинов. Это там через кого-то бэушный саксофон немецкий. Это было прикольно, но он такой уже, знаешь, поигравший. Ну, то есть ты саксофонист? Да. Я саксофонист, но в целом аппликатуру трубы я знаю, и мне на самом деле в джазе труба больше нравится, чем саксофон. Саксофон – это что-то такое, идет дождь, какая-то романтическая пара сидит, что-то вот это вот, ностальжия. То есть все, что не заиграет на саксофоне, это все какая-то лирика. Лирика, да, а все-таки такое хочется что-то дерзкого, труба, она более дерзкая какая-то такая, и мне нравится. Но это сильно сложнее в плане губ. Играет там все-таки есть сильное различие по звукоизвлечению.
И это совсем отличается от гитары, от всего того, что только пальцы работают. Помимо того, что нужны пальцы, еще губы должны постоянно находиться в динамике, чтобы нормальное звукоизвлечение получать. Поэтому... Откуда тогда в твоей жизни взялась бас-гитара? Все-таки отголоски детские мечты все равно? Ну, знаешь, когда в школе мы поняли, что мы хотим быть... Музыканты. Рок-группой. Рок-группой. Да. Ну, понятно было, что рок-группа и мои саксофонические навыки какого-то школьные не позволяли мне быть рокером. Думал, скажешь, замашки. Мои саксофонические замашки. Не позволяли мне быть рокером, одним словом, мои саксофонические замашки. Да. И как это? Нужна как гитара. Знаешь, толстый мальчик стоит на воротах. И uh-huh. вот толстый мальчик стоял на бас-гитаре, потому что было кому играть на гитаре, на барабанах. Uh-huh. Ну и, собственно, я начал играть на бас-гитаре. Четыре струны, в целом, все достаточно несложно было. С духовым-то музыкальным образованием, я думаю, точно. Ну, понимаешь, отличие, что это мелодический инструмент духовой. Там все извлекается по одной ноте, там нет никаких аккордов. Аккорды ты можешь играть только последовательно, ты не можешь одновременно их извлекать. Да, я понимаю. Поэтому это такая отличительная особенность этого инструмента, который как бы не так широко тебе. Это, мне сложно, например, на фортепиано было играть, потому что мне нужно и то, и другое контролировать. Это всегда было... Общее фортепиано было проблемой для меня, хотя мне нравится и звучание. И для меня тоже. Даже для гитаристов это проблема, конечно. Не знаю, мне кажется, когда у тебя две руки... Нет. Ты знаешь, я вот на самом деле... Одно из моих таких желаний, которые я еще не воплотил, это научиться играть на фортепиано, потому что я жалею очень, что в меня в музыкальной школе жалели, как гитариста, и на сольфеджио разрешали сдавать сольфеджио на гитаре. И я тогда думал, что класс, у меня такая добрая учительница, и она жалилась со мной, потому что это мой не основной инструмент. А потом-то, уже когда мне захотелось уметь и понимать, я думаю, блин, зачем? Зачем она мне дала вот эту слабинку? Надо было вот сказать, нет, только на фано. И сейчас бы мне было легче играть, чем я там могу что-то подобрать, ну, конечно, но в целом я практически не умею играть на фортепиано, а мне бы очень хотелось. Ну да, я тоже в таком же нахожусь в состоянии, потому что нас тоже абсолютно ничего не спрашивали. Но, одним словом, музыкальная школа, а потом был рок. Потом был рок. Yeah. Да. И были всякие альтернативные группы, но начинали мы все равно с «Короля и Шута». Это было просто, это были байки, которые до сих пор у меня откликаются, и мне вот случайно где-то услышав, я прям такой погружаюсь в какой-то другой мир. У нас был в 9 классе отчетный концерт на Рождество, на Новый год, вот на эти праздники. А в 9 классе мы играли «Короля Шута», а в 10 у нас был уже «Рамштайн». Вы неплохо вырвались. Да, за год мы... Это прорыв. Рванули. Это было круто. Я и после школы немного продержался, потому что в целом мы все разбрелись, уже было сложнее собираться. Вот, я в итоге поиграл в трех школьных и одной послешкольной группе. Было интересно. Было интересное времяпрепровождение, мы классно общались. Слушай, я вообще вспоминаю времена, когда я играл в студенческих рок-группах, хотя я еще учился в школе, кстати. Так получилось. Это было вообще такое крутое время. Это было просто волшебство какое-то происходило. Нас так всех вот тогда, мне кажется, разрывало эмоционально от того, что мы играем в рок-группе, нас слушают, нас там приглашают на концерты. Потом, конечно, это все потихонечку так начало немножко затихать, успокаиваться до какой-то реальности. Были еще вспышки хорошие там с другими группами. Вот. Но время то, вот, когда ты там с кем-то играешь в группе, это очень кайфово, конечно. И вообще тот период жизни, вот этот, он очень запоминающийся, и мне кажется, он такой формирует. У меня, кстати, тоже очень, не могу не сказать, у меня очень классная учительница по музыкальной школе была. Вот как ты вспоминаешь, да. Там, да, своего учителя, мне вообще дико повезло. Понимаешь, чтобы вот, наверное, в двух словах рассказать. Группу Coldplay и первый вообще лайв-концерт
и Coldplay. И мне дала DVD-диск моя учительница по музыке. Первая моя электрогитара для того, чтобы играть в рок-группе, мне дала ее моя учительница по классической гитаре. Круто. Хотя, я так понимаю, но это же противоречит вообще классике, да, музыкалке. Это противоречит постановке руки. То есть настолько человек, мне кажется, любящий музыку в принципе и вот правильно поддерживает, да, ученика, что он дает какие-то другие... Возможность жить в музыке, да, в тебе дальше, конечно. Да, да, не ограничиться, да, вот этой классической, да, гитарой. То есть, получается, тебя не отталкивают, а тебя, наоборот, привлекают с другой стороны. Вот. И ты понимаешь, что тут ты уже обязан не в ущерб, да, тебе помогают, значит, ты тоже должен работать, то, что от тебя просят, тоже делать. Я не скажу, что я был прям суперклассный ученик, но мы смогли с моей учительницей, так скажем, дойти до уровня, там, до городского какого-то конкурса самарского, там, на котором я там занял какое-то первое место. В общем-то, все в основном благодаря ей, потому что она действительно очень талантливый преподаватель. Но она молодая, и когда я к ней поступал, я понятия не имел, что это так. Вот. Но, если честно, это, наверное, единственный мой учитель в жизни, который сделал из меня вот человека, наверное, какого-то, который понимает, что такое там, я не знаю, душа, чувства, эмоции. И, по сути, я ей вообще очень благодарен за музыкалку, за вообще всю эту музыкальную жизнь, потому что, если так разобраться, то именно музыкальная жизнь меня привела к видео. Все так связано, интересно. И как бы все эти группы музыкальные, они подтолкнули для того, чтобы создавать видео, а потом уже в том числе. Ну, и Оксана Николаевна, я не знаю, она будет смотреть мои подкасты или нет, я ей периодически пишу ВКонтакте. Вот. Но вдруг посмотрит. Best teacher in my life. Хороший трек. Поставим эту пластинку. Да. У каждого должен быть, мне кажется, хороший учитель в жизни. Да. Это вот прям дико неотъемлемая какая-то штука. А вот повезет, не повезет, тут вот у каждого. Ну, все равно много встречается потом людей, которые тебе чему-то научили понемногу. А вот есть такой какой-то, как будто вот он базовый, да, какой-то такой, да, который дал вот этот вектор, задал движение, и ты уже потом, знаешь, такими маленькими прыжочками... Учил так, чтобы ты смог сам полюбить и, да, понять, это твое или, да, нет вообще. Ну, это какой-то талант, я не знаю, должен быть тоже все-таки. Это еще с работы с детьми. Это тоже такие мы были. О, мне сложно вообще представить, как со мной бороться можно было, когда я что-то не делал, как это неприятно. Только сейчас я, будучи сам все-таки преподавателем, понимаю, как это неприятно, когда ты просишь, при том, что, представляешь, я-то еще со взрослыми людьми работаю. Да, да, да. И ты просишь какие-то банальные вещи, в принципе, и их человек не делает. Почему, непонятно. А он тебе еще и деньги заплатил, чтобы ты его учил. И мне такое вообще... Я слышал, что у тебя новый подход. Да, да, да. Расскажите, за что вы мне денег заплатили. Да, кстати. Да, мы же с Аллой это обсуждали. Это только на прокурсе такое. На базовом мы... Ну, понятно, еще ляли совсем. Да. На базовом мы прям... Ну, мы так-то очень добрые. Ты же сам знаешь. Конечно. Ну, это не мой метод там выгонять кого-то. Репрессии. Да. Хотя этот метод работает. Ну, расскажи, Денис, тогда. Про музыку. Ты слышал, что в Red Hot Chili Peppers возвращается Фрусчанте? Да ладно. Да, да, это прям новость этой недели. Серьезно? Да. А хочешь, я тебе еще одну новость сегодняшнего дня? К нам приезжает System of Down. Это новость вчерашнего вечера моего, да. Даже и еще System of Down. И это, конечно, новость вообще для всей Самары. Да, это тоже. Но погоди, Фрусчанте, серьезно? Да, 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 они на всех этих... А что они будут с тем чуваком делать? Спасибо, брат, ты был крутым. Ты был классный, да. Тот альбом был хороший. Давай, наш пацан вернулся. Да. Слушай, это круто. Обалдеть. Такое бывает. Есть повод теперь...
еще раз побывать. Блин, я жалею, что мы с тобой ничего выпить не взяли. Есть теперь за что. Такой повод просто Фрущенко вернулся в Red Hot Chili. Я был на концерте в Москве в 2012 году. С ним еще? Уже? Уже, по-моему, не с ним. Это как раз первый альбом без него. И мы как раз ехали в поезде с моим товарищем и обсуждали это. Ну, или 13-е, что-то такое. То есть довольно долго его, оказывается, уже не было. Да. По-моему, Get Away был в 15-м году, если не ошибаюсь, альбомчик. В 16-м. Ну вот я сейчас сложно, знаешь, года так бегут. Так, а что ты играешь на бас-гитаре? О, у меня был год назад опыт, я начал ходить в школу, сходил на 3 занятия и понял, да, ну типа это нужно каждый день заниматься. Круто прийти к преподавателю, час с ним посидеть, поиграть, он тебе покажет, как играть, ты такой, о, да, у меня получается, я чувствую ритм, а он... пальчики-то устают, все, он уже натерлось, все, такой думаешь, о, каждый день играть. И он тебе говорит, ну, вот ты играй, и все у тебя будет получаться. Да, да, он говорит, ты вот до следующего занятия каждый день играй по часику, ну, сидишь, смотришь YouTube свой и сидишь, играешь. Нет, опять, я очень хочу, но у меня нету ресурса на это. Не могу все, не могу монтировать, играть, а все хочется. Ничего сейчас не играю. У меня стоит комбик красиво в комнате. На подставочке стоит гитарка. Блин, я... Это... ты что, в моей комнате живешь? Видимо. У меня такая же комната. Да. Я каждое утро и вечер. У меня аж гитарный стек стоит на хрен знает сколько ватт. Вот, ну да, стоит гитарка, стоит комбик, узнаю. Так... Я смотрю на это каждый день. Да, главное, я когда ложусь спать, я вот так это вижу еще. А, не, у меня в зале стоит. То есть у меня не в спальне. Ну как, ничего я не играю. Сейчас ничего не играю. Я последнее, что я из музыки делал, это на Apple-ском приложении, как он там называется, GarageBand, по-моему. Так. Что-то услышал, музыку какую-то, решил ее там прописать. И у меня был прям вечер. Я сидел... Вечер гаражбанда. Да, и я прям сидел там, вот эти, как Fruity Loops, помнишь, такая программа, и вот эти все точечки выставляешь, там подкручиваешь, здесь погромче, здесь потише, а потом я увидел просто туториал, видос, где это все делается автоматически уже. Ну, такой, ну и все равно хорошо время провел. Я же не занимаюсь интерпретацией. Потом я нашел чувака, который известные песни переделает, прям онлайн показывает, как он это все записывает. Обалдеть. Да, то есть все, что угодно записывает. И все, и музыка, сейчас в концертах вся музыка. Я съездил на, почти на все группы, которые я слушал вот такое там. Класс, поделись. Ну, это тоже System of Down я был. Да, я тоже был в 13-м году на них. Я был в Park Life. Москве. Я на Кубани был. Ты на Кубани был. Red Hot Chili Peppers, Prodigy, System of a Down. Prodigy тоже был. Rammstein, Limp Bizkit. Я был на The Cooks. Мы случайно... Ух ты, класс. Да, это крутая моя группа, которая мне очень нравится. Мне тоже очень нравится. Мы были... Давно, кстати, их не слушал. Да, мы давно съездили. Тогда еще была компания «Авианова». Да. И мы с Диманом... Это какой-нибудь 2008, наверное. Не, мне кажется, это тоже. Это уже был Инстаграм. Это, наверное, какой-нибудь тоже 13-й, что-нибудь такое. Нет, «Авианова» уже не был тогда. Ну, когда-то вот... Мне я кажется, летал в концерт в Москве, у нас был, у нашей группы. И мы покупали «Авианова» билет. Потом, через некоторое время, она развалилась. Ну, вот что-то такое. Каких-то там в начале 10-х годов, мне кажется. Вот. И мы с Диманом... Я купил билеты в августе, а концерт был в ноябре. Это случайно так срослось все. Это был не стадионный концерт, а клубный. Ну, это классно. Для Кукса это вообще супер. Да. Вот. Вот на этих я группах был, и это круто. Мне прям... Ну, я доволен этим. Я регулярно стараюсь ездить на концерты, и побывав однажды за границей, там на большом фестивале, понял, что это... О, вот я не был. Это вот это надо мечта. Испытать человеку, который любит концерты, музыку, побывать где-нибудь в Европе на большом фестивале, состоящем из хедлайнеров. В идеале. Это вообще, я установился конечно... приложение, где можно отслеживать все концерты. Туры, да, где кто выступает. У меня даже были мысли этим летом поехать и чемпионат мира по футболу,
футбол, чемпионат Европы, какой-нибудь концерт зацепить и немножко путешествовать. Ну, то есть как точки какие-то. Мы даже вообще стали планировать путешествия. Так, мы куда едем? А какие там концерты есть? Да. Или, а вот там концерт у этой группы, может быть, мы туда в отпуск съездим. Это вообще идеально. Отпуск с концертом, потому что вот я вспоминаю, это было очень классно. Опять же, откуда я влог не смонтировал? Да, да, там хороший концерт. Это был очень классный концерт. Я на отдыхе отключаюсь. Я каждый раз думаю о том, что, о, это возможность сделать что-то для своего дела. Снять ролик на телефон, например, и для мастер-класса по телефону. Или, не знаю, поснимать влог, выложить там на YouTube. Или поснимать какие-то красивые таймлапсы с людьми в туристических местах и достопримечательности. Вот хочется это все делать, но в итоге я тоже как бы отдыхаю от этого, забиваю на все и снимаю на телефон, как обычный турист. И особо что-то даже не очень хочется заморачиваться, а наоборот, хочется ничего не делать из того, что ты делаешь постоянно. Мне в поездках очень хочется сразу быть стрит-фотографом. То есть я превращаюсь резко в фотограф. Мне это колоссально доставляет. Да, мне тоже очень нравится. Да, вот. Фотографировать даже больше, чем видео снимать. Хотя последний раз из Берлина я все-таки привез ролик, смонтировал, что-то было вдохновение. Опять же, трек нашел подходящий и сразу смонтировал. Все сложилось. Да. И сейчас понимаю, вот спустя время так классно к нему вдруг, к этому ролику вернуться. И прям сразу так вспоминаешь это путешествие. Поэтому надо доводить до Даже конца. Даже тот маленький Амстердам, который мы с тобой смонтировали, он меня возвращает в ту температуру, вот в тот воздух какой-то. Это прикольно. Это очень круто. Поэтому всем дико рекомендую использовать все советы возможные о том, как не забивать, и если снимаешь, то монтировать. Или хотя бы найдите классного человека, который возьмет адекватные деньги, заплатите ему, и пусть он вам смонтирует. Но свои личные истории из путешествия навряд ли кто-то вам смонтирует. Лучше там монтировать самому. Ну вот, знаешь, первый... По крайней мере, ты как смонтируешь сам, тебе так никто не сделает. Первый монтаж, который, наверное, я так серьезно делал, это у нас была зимняя каталка, мы ездили в Банное с друзьями. У меня тогда было только GoPro. О, я даже помню этот ролик, ты мне его показывал, когда пришел. Да, но тем не менее, ты знаешь, я приехал, и вот сколько я там, 5 дней монтировал у Димана, сидя, он занимался своими делами, я сидел в уголке за его компьютером, у меня не было потому что возможности, я монтировал этот трек, который Диман говорит, я уже не могу его слушать, он там такой цикличный достаточно. Но я прожил еще раз, у меня еще отпуск нашей поездки на 5 продлился. Дней. Продлился. Да, продлился этот отпуск. Класс. И это было круто. И я на самом деле с такой какой-то гордостью всегда показываю, что вот когда-то тогда я там снял этот видос, и я всегда с удовольствием его смотрю. Круто. Это было прикольно. А что, кстати, по поводу Димана? Вы с ним сделали какое-то агентство? Или у вас какой-то творческий союз? Что вот это за не так... Не так просто. Это я, а неспроста это... Неспроста? Да. Что это за проект? Это группа лиц. Группа лиц. Ты сейчас как следователь заговорил. Немножко. Ты про Димана спросил. С Диманом мы дружим, как недавно выяснилось, 29 лет. Так. 29 лет. А еще две девочки, которые неспроста участвуют, это наши две одноклассницы, с которыми мы тоже, соответственно, знакомы с 7 лет. Вот. И одна из них Даша, которая живет уже почти 11 лет в Нью-Йорке. И она, я не знаю, случайно, не случайно, в апреле этого года приехала в Самару. Там она периодически приезжает. И мы в том числе с Димой встретились. Просто пообщались, вот чем мы живем, что нас интересует. И буквально уже там, через 3 месяца, в июле, она с Димой начала какие-то вот по поводу дизайна. Еще никаких названий, ничего не было. Она хочет сформировать какое-то комьюнити здесь. Вот пока что так это звучит. Фотографов, как минимум. А вообще творческих людей. И у нас с ее взгляды, с ее стороны, американского, огромный потенциал.
в России. Тем более, как бы Самара и регион — это ее родная. Родная земля, и ей было приятно, чтобы здесь какой-то был, ну, не то что кластер, ну, какое-то такое творческое пространство вообще в регионе. Вот. Понимаешь, она идейный такой центр всей этой истории. Мне даже самому иногда непонятно очень глубоко, как она думает. Но, тем не менее, мы сейчас делаем просто маленькие простые вещи. Проводим воркшоп с ней, встречи фотографов мы провели, какие-то коммуникации с городом у нас есть, с творческими людьми, она общается, встречается, а мы ей пока помогаем. Катя, это вот еще одна девочка, она занимается организационной частью, Дима больше каким-то дизайном, сопровождением различными, там, дизайн наклеек, плакатов. Промоушен. Ну, можно так сказать, да. Вот это дизайном. А я больше занимаюсь каким-то таким, ну, назовем, продакшеном. Фото, видео, вот такое контент. Что-то. Да, но тем не менее мы все вместе раз в неделю встречаемся в скайпе, общаемся, обсуждаем. У нее очень круто отлажена вообще работа организационная. Потому что она там занимается, скажем так, по помощи, сопровождением высокого начальника в креативном агентстве, то есть она его как бы правая рука, назовем это так. И это для меня было очень четко. Я человек, который карточки пишет, у меня есть расписание на компьютере, но когда тебе там приходит письмо, вот сегодня мы обсуждаем вот это, после нашей встречи приходит вот это, то, что мы сегодня обсудили, а завтра вот так, все, и все через почту. И мы такие, Даш, у нас так много почты, люди не пользуются. То есть пользуются, но она есть, там приходит что-то, я даже не смотрю на нее, а сейчас я постоянно почту проверяю, потому что постоянно там жизнь идет. Вот, и пока это все на стадии того, что мы вот как-то вместе слились, и слились для меня в момент, когда я понимал, что сам один, я как-то вот двигаться мне сложно. И видишь, сразу появились люди, вот мы как кармический таргетинг. Вот хоп, и космический таргетинг с приятными мне близкими людьми, с похожими мышлением. Похоже, когда вот мы встречаемся, нам всегда есть о чем пообщаться, да. И это очень круто. То есть, знаешь, мы все заняты своей работой, но когда есть еще вот такая сторона приложения себя куда-то, ты такой думаешь, блин, это так круто, это так тебя питает, что я даже не могу много слов про это говорить, но мне кайф от этого сейчас. Вот я прям чувствую, что мне хорошо. Что будет в течение следующего года? Ну, я думаю, что это нужно будет просто соизмерить наши силы. Мы сейчас как раз будем вот в ближайшие недели это все обсуждать. И дальше будем. Не будем, мы все равно уже есть, как какая-то маленькая единица, которая... Ты уже от процесса удовольствие получаешь, правильно? Да, от процесса. Да, то есть это для меня это абсолютно не коммерческая история, как и снять там видео и все остальное. Но я питаюсь этим. Вот если в моей жизни есть только работа, которую я люблю, но тем не менее, если нет ничего творческого, который меня подпитывает, дает мне энергию, я прям угасать начинаю. Вот я в рутине, в бытовухе, конечно, прямо сразу растворяюсь. Я тебе искренне желаю, чтобы у тебя получалось, и чтобы у тебя всегда были вот эти творческие такие юниты вокруг тебя, которые тебя вдохновляли, и вашему проекту новому большой респект. Я познакомился с Дашей, она очень классная, да. Почитал ее Инстаграм, посмотрел ее работы, она заслуживает внимания однозначно. И пусть все складывается. Мне очень хочется, чтобы у нас в нашем небольшом городе были такие интересные творческие союзы, которые делают хорошие вещи, стильные вещи. Люди, которые не безразличны к стилю, к какому-то современному искусству. Да, и мне кажется, нужно, чтобы больше было таких наполнений в виде вот каких-то союзов, и от этого будет интереснее существовать, и можно взаимодействовать вообще между, да, вот мы, например, находимся в творческом кластере, у нас там творческих кластеров этих две штуки в городе, а в других городах их очень много. Вот, и таких союзов тоже. Их там по пальцам пересчитать. Поэтому пусть у вас все получается. Спасибо за разговор.
Тебе спасибо, было прикольно. Вот, я думаю, что мы с тобой еще можем и вне микрофона всегда встретиться, да, пообщаться, поэтому на этой прекрасной ноте оставлю ссылочку, да, в описании, да, на ваш какой-то проект. А существует у него уже какая-то платформа? Она, наверное, будет более оформлена после Нового года. То есть сейчас это такое конструирование. Тогда платформы. Я оставлю ссылочку на... Есть Инстаграм. Инстаграм. Да, пока такой маленький. Вот, поэтому если кто-то уже заинтересуется, из даже наших самарских, да? Пусть подпишется, и будем следить за вашими успехами. Спасибо. Саунд-дизайн будет? Обязательно. Лех, намути там взрыв какой-нибудь, ладно?